Добрый день, друзья. Наша первая лекция в мае. Она называться будет так. Стихи, стихии и фильм стихии. Фильм стихии через дефис. Вот. Я решил себе оставить какое-то пространство для того, чтобы можно было бы выкрутиться в сложной ситуации, потому что анонс записывается задолго, а я еще не знаю, я закончу Тарковского до мая или нет. Поэтому фильмы стихии и стихи стихии, безусловно, с одной стороны, относятся к творчеству отца и сына Арсения Тарковского и Андрея Тарковского. Но если я вдруг закончу, то тогда это будет лекция о поэзии. Может быть.